Готовится как раз четвертый, и здесь появляется на пятой дорожке Анастасия Горбенко, девушка, которая только что выиграла несколько дистанций на юношеской Европе. Это было в трансляциях канала Матч ТВ из Казани. Ну и кому еще любопытно, за Сашу Щеголеву можно попереживать. Команда Кипра, дорожка номер один. Ну и здесь уже заявки по 26 с маленькими есть. Одна из них у Горбенко, одна из них у колумбийки Сирена Сервантес. Ну и посмотрим, как юная израильтянка справится с задачей. Горбенко здесь довольно большой спектр дисциплин. Практически весь спринт, плюс 200 комплекс, плюс, по-моему, 200 вольный. Но лидером данного заплыва Горбенко хоть и не являлась, а 26.70 коснулась первой. Каким образом, я так и не понял. Там вроде бы Габриэла Никитина из Латвии накатывала побыстрее, но все-таки 26.70 в пользу Горбенко. Ну, 26.70, опять же, к полуфиналу это, наверное, не имеет отношения. И мы переживаем за Свету Чемрову. Света вышла на первую дорожку. Вместе с ней по соседней дорожке по нулевой сингапурка Тин Куан. По второй дорожке Маргарет Макнил. Пенни Алексик по третьей. Фрида Осман по четвертой. Кимберли Байс по пятой. Марике Девард по дорожке номер шесть. Мимоза Яло по седьмой. Алия Аткин.